Между Центром аграрных инноваций Министерства сельского хозяйства Азербайджана и Национальным агентством по развитию инноваций Казахстана подписан меморандум о сотрудничестве в сфере обмена технологическими инновациями в аграрной сфере. Об этом сообщили в Министерстве сельского хозяйства. Меморандум подписан в рамках ежегодной международной недели инновационных идей на тему «Зеленые инновации для устойчивого развития», проходящей в столице Узбекистана, Ташкенте.